Сегодня действительно Всемирный день без автомобиля. Весь Альметьевск поддержит данную акцию. Я считаю, что каждый человек своим примером может поддержать, потому что личный автомобиль необходимо использовать только в случае крайней необходимости. Есть общественный транспорт. У нас очень компактный, великолепный город, в котором можно приятно прогуляться. Сам я езжу иногда на велосипеде, иногда прогуливаюсь пешком. Поэтому я считаю, что любая форма активности – это в первую очередь поддержка своего личного здоровья, здоровый образ жизни. Медики и Всемирная организация здравоохранения говорят, что человек должен как минимум проходить в день 10 тысяч шагов. Это фактически порядка около 5-6 километров. Поэтому, если у кого-то возможности нет проходить пешком, можно на велосипеде. Любая физическая активность, она идет только на поддержание своего личного здоровья. Мы дали распоряжение, чтобы все служащие муниципалитета, все наши муниципально-монетарные предприятия, все наши муниципальные бюджетные учреждения воздержались от пользования как минимум служебного транспорта, от пользования личным автомобилем, пользуясь только общественным транспортом, либо передвигались каким-либо другим средством, пешком, либо на велосипеде. Автомобильный транспорт в городе – это нагрузка на экологическую обстановку в городе, поэтому минимизация автомобильного транспорта – это, в первую очередь, качество атмосферного воздуха.